запускаю новый челлендж. Добраться на роликах до того места, на котором ты будешь кататься. Ты думаешь, у нас получится? Да. Да, я попробую. Но, так как у нас квартира еще лестница, это будет не просто, скажу. Держись. Сможешь? Я не знаю. Вот так боком давай, вот. Вот так боком. Очень сложно. Они просто туда-сюда катаются? Да, только боком, потому что если нога уедет вперед, то на жопу упадешь неминуемо. Где мой шлем, кстати? А ты думаешь, он нужен тебе? Ой-ой-ой, последняя дверь. Ой, а вот там сложно будет. Будем за руки держаться. Не, я знаю. Как, об стеночку? Да. Думаешь, получится у нас? Да. Только не грохнись. Сейчас я пойду. Ой, я что-то сомневаюсь. Блин, я тоже не вижу. Ну, как ты делать? Наклонно ставишь, чтобы пятка упиралась. Вот так. И можно спускаться легко. Я просек. Я свое испытание прошла. Лучше доехать надо стоит. Ага, тут еще. Ой. Тут неровная дорога. Да, точно. Ой. Давай направо. По щебенке вообще не поедем. На нашем пути, по идее, не должно быть камней. Слушай, сложно, но можно, да? Да. Да, да, вот это место. Вот тут заходим аккуратненько. Стой. А, да, точно, там по камням надо будет еще. Где? А вон, между асфальтом и камнем. Да нет, по лестнице спустились, значит, и здесь пройдем, не страшно. Слушайте, переходите там на мой лайк, там уже выходят новые свеженькие видео, и скоро выйдет новое видео Rockstar, как я снимаю на роликах. Rockstar на роликах? Да. Супер. Ну и вообще легко. Мы прошли испытание. Слушай, очень круто, да? Ага. Самое сложное это было по лестнице. Подъезд. Ага, это точно. Ой, я обожаю, люблю на роликах кататься. Ага, молодец. Ну что, мы прошли. Все, можно считать челлендж удачно завершенным, правильно? Ага. Давай, теперь будем кататься на перегонки. Пока.